честно. Итак, нормальную, хорошую, качественную коммерческую технику за приемлемые деньги. И также в скором времени планируем выйти на рынки США и Европы. Было построено порядка 14 миллионов квадратных метров, а все нераспроданные токены будут уничтожены. Это связано через то, что мы вступаем в другую типа революцию, революцию поведенческого анализа данных и революцию психографики. Спасибо большое, ребята. Я хочу пригласить на эту сцену, а можно отойти от экранчика, ребят? Можно чуть-чуть вас разойтись? Да, во. Семчукова Артема, знаете почему? Потому что стартап-шоу масштабируется, и наша главная новость, то, что франшиза уходит в Санкт-Петербург. Где наш Артем? Артем идет. Артем, мы очень рады тебе. Ребят, чуть-чуть аплодисментов, вы не представляете. Это первое российское шоу, которое не покупает франшизу за рубежом. Понимаете, мы не покупаем как «Голос», например, как еще кто-то. А мы создали шоу про стартапы, технологии, инновации. И оно начинает масштабироваться. Леш, я все-таки отниму у тебя микрофон, ладно? Спасибо большое. Ну что, Артем, двухзвездный час сюда на сцену, прям буквально, так сказать, elevator pitch, что будет в Питере. Да, спасибо огромное за приглашение. Мы рассмотрели предложение Ивана Алехина и его партнеров и хотим заявить о том, что готовы открыть представительство в Санкт-Петербурге данного уникального мероприятия. В общем, Питер наш. Скоро будет наш. Спасибо тебе большое. Движемся дальше. Ну, чуть-чуть, ребят, вы просто, вот вы не прочувствовали, мне кажется, до конца. Смотрите, франшиза «Владивосток», Иван Правило, поднимайся к нам сюда. Понимаете? Нам всего два чуть-чуть года. И за два года мы создали то, что действительно ведь никто же не создает. Чтобы медийный стартап, а мы являемся медийным стартапом, только мы не ходим по инвесторам и не просим денег, потому что у нас, ну, там особенная своя монетизация, волшебная. Вот. И мы создаем, держи, Иван, «Владивосток». Или вы терпите 30 секунд? Можно, да? Здравствуйте. Нам очень интересна, в принципе, эта тема. И мы берем, привозим ее во Владивосток и ждем к нам специальных гостей для развития бизнеса. Спасибо тебе большое. Чуть-чуть больше аплодисментов, друзья. Спасибо тебе, Вань. И я приглашаю Валерию Сорокину. Франшиза уходит в Израиль. Знаете, мы это проанонсировали на прошлом стартап-шоу, когда у нас был здесь Дэнни Перекальский, а вы знаете, что он из Израиля, собственно говоря. Он сказал, я удивился, как вы евреи смогли продать франшизу. Я говорю, Дэнни, ты не понимаешь, когда мы даем от нашей франшизы от 70 до 90% прибыли нашему франчайзи, то кто с нами не захочет работать? Не так ли это, Валерия? Здравствуйте. Я очень рада такой возможности, что теперь мы сможем провести данное мероприятие в Израиле, дать возможность нашим стартаперам также выступить и найти спонсоров. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо вам. Это очень ценно. Спасибо вам, Валерия. Спасибо.
Друзья, можете себе представить? Ну, смотрите, сегодня что будет интересное, какое? Погромче. Вот здесь у нас сидят инвесторы. Вот здесь вот такие вот добрые. А некоторые недобрые. Там сидит Алексей Морей. И у нас сегодня будет, понимаете, битва за стартап. Это то, ради чего сегодня здесь мы собрались. Вы должны посмотреть. И если у вас возникнет желание, вы даже зал можете говорить, даю 100. Ну как чего? Ну миллионов, конечно. Кстати, кто не знает, на крайнем мероприятии Фри дало 17 миллионов. На Дотуго Рыбаков дал 30 миллионов. На Дотуго Фри вместе вот с этим господином, вот этим вот, Александром Румянцевым, скинулись и дали 18, да? Да, 18. Вот. Так что, ребята, у вас есть возможность уникальная. Инвесторы, кто у нас сегодня есть? Александр Румянцев, Саш. Прошу любить и жаловать. Это, можно сказать, по версии Русбейс, который нас почему-то очень не любит, это стартап-инвестор номер один в нашей стране. Он инвестирует прям просто пачками и заявляет, что в этом году готов инвестировать в 25 стартапов. Прямо до конца года ему надо. Посмотрим, как пройдет. Аркадий Сандлер. Не доехал. Бывает. Николай Крайнов. Венчурный инвестор, инвестиционная компания Покров. Покров. Строители еще в технологии вкладывает. О, какой человек золотой. Эльман Казимов. Эльман. Венчурный инвестор. Это новый человек в нашем, так сказать, пуле инвесторов. А вот и Аркадий Сандлер собственной персоны. Да, Аркадий? Вот он ты. Вот он, Аркадий Сандлер. Все здесь. Пожалуйста. А молодой человек? Отойдите, пожалуйста. Спасибо. Владислав Даванков. Правильно я прочитал, Владислав? Даванков. Прошу прощения. Даванков. Между прочим, поправь меня, если не прав, сооснователь акселератора Faberlic и вице-президент Faberlic. Правильно? Вот. Faberlic здесь. Самая, на мой взгляд, крутая, как сказать правильно, на агентах построенная сеть. Правильно? Отлично. Так, у нас есть эксперты. Пожалуйста, Николай Комлев, Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий. Где вы? О, вот вы, вот здесь, пожалуйста. Человек-легенда, которого вы можете видеть периодически по телевизору, вот. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания, ну, там причитает, заместитель, председатель комитета и так далее. И вот этот человек, между прочим, тот человек, который пушит многие инновационные проекты у нас там в Госдуме. Он приходит и начинает там, надо подписать, надо, правильно я говорю? Правильно. То есть... Это вообще человек-легенда. То есть ему с этого ничего не нужно, то ходит и собирает про инновационные проекты подписи. И потихоньку они двигаются. Вот такой клуб у нас, так сказать, замечательных людей здесь собрался. И Артем Кумпель, директор направления HR-бизнеса в Севергрупп. Артем, Севергрупп – это Северсталь, правильно? Управляющая компания, замечательно. Но мы владельцы Северстали ждем, кстати, к нам. Поэтому, друзья, если кто знает владельца Северстали, там телефончик киньте смс-очкой, так втихаря. Вот, или подойдите на бумажки, напишите, я ему позвоню, скажу, приходи к нам, будет классно. Ну что? Мало кто знает, но мы с Дмитрием Потапенко, я приглашаю его на эту сцену, являемся, ну, не только, мне кажется, уже друзьями за это время, но и отчасти партнерами. Дима. Микрофончик. Мы подготовили для вас небольшую миниатюру. Это Comedy Club какой-то США. Крути миниатюру-то, давай. Крути, крути, Ванечка, крути. У тебя должны быть какие-то слайды. Час, мне кажется, прошел. И что у нас там? Опа. Специальный гость Дмитрий Потапенко. Как бы тебе что странно мне показалось. Кого вы убили? Себя. Так проходит отборочный тур. Убили? Я задаю конкретный вопрос. Че ты орешь? Ни хрена себе. Давайте. Сделаем так, чтобы стартап-шоу всегда проходило очень нудно в рамках таблички Excel. Я бы этого хотел. С каждого по 200 тысяч рублей бизнес! Я же очень хочу, чтобы мы превратились в очень скучное шоу для инвесторов и стартаперов, а не для хайпа и хейтеров. Да что ответил? Которые, конечно, нам офигительно поднимают просмотры. Настоящие инвесторы смотрят, что и как вы говорите, формулируете и что с чем вы связываете. Успех! Проверена бизнес-модель! Людям нравится, люди пользуются, организатор заплатил! Это
Стартап не для привлечения инвестора. Пошел ты! Не надо давать ей слабительные перед этим. Окей, все, спасибо большое за, как бы, за науку. Дмитрий только что пытался до вас докричаться и объяснил вам целую потрясающую бизнес-модель. Все уже украдено до нас. Бинго, абсолютно. Ну вот так, друзья, проходят отборочные туры стартап-шоу, чтобы вы не думали, что мы такие, знаете, там какие-то кудрявые, из Колково, из Фрик, к которым там валятся эти проекты, собственно говоря. Они сидят и думают, этот подходит, там этот не подходит. У нас прям очень сложная работа. Слава богу, вот. Ну, человек, видимо, знает. Давайте, значит, немножко, как говорится, приоткроем завесу, те, кто видит эту историю первый раз. Значит, да, можно убрать аплодисменты. Значит, поскольку вы присутствуете, по сути дела, на неком промежуточном финале, когда там раз в месяц мы собираем такую аудиторию и представляют одни из лучших стартапов, которые проходили через наши руки. Значит, но есть очень большая, огромнейшая, как у любого айсберга, подноготная работа. У нас есть замечательная девушка Дарья, которая сваливается приблизительно. А давайте пригласим Дарью. Дашенька, подойди сюда, пожалуйста. Дарья Мартыненко, иди к нам, Даша. Дашенька, иди сюда. Ты где? Где у нас Дарья Мартыненко? Это, где эта хрупкая девушка, через руки которых... Дашенька, давай, шустренько. Это импровизация, вы понимаете, это, да? Абсолютная импровизация, но вы должны знать, что вы сегодня кушаете. Дашенька, будь любезна. Иди сюда. Значит, вот через руки и голову, и Facebook, и электронную почту этой хрупкой девушки проходит такое количество трэша, что то, что вы видели, да, вот с условной там руганью, это, скажем так, это не просто версия light. Это версия, так скажем, ну, совсем light. В среднем у нее через ее почтовую программу проходит около 100 стартапов, вернее, то, что себя называют стартапов, в неделю. Да, потому что проходит такой трэшак, что... Некий трэшак, я бы сказал бы. Да. Что мы выбираем 5, и каждый четверг после работы с 8 до 10 мы работаем. Мы приходим и отсматриваем вот то, что вы видели. Сейчас Ванечка, понятно, что нарезал самое такое... Смачное, чтобы было. А так вообще это достаточно нудная история. И вот то, что сегодня происходит, это такой уже вершина айсберга. Вершина, вернее, частичка айсберга. Потому что, как вы напомню, что само стартап-шоу, наша задача следующая. Тут ко мне подходили ребята, которые боялись опоздать, ну, условно говоря, на какой-то пароход. Значит, всех стартаперов и те, кто будут нас смотреть, я не люблю слово «стартап», я люблю говорить слово «начало своего дела», вы никуда не опоздали. Мы это сделаем всерьез и надолго. Идет отбор, вы приезжаете в Москву. После этого, да, действительно, мы вывезем... к лучшим, соответственно, лучших мы вывезем в Дубай, где будут отдельные стартапы. Стартапы представлены будут инвесторам. Но в первую очередь вы должны понимать, что под этим лежит гигантская работа. Эта работа вот делается каждый день. Вот этой замечательной девушке, да. И я хочу, да, чтобы эти аплодисменты достались Дарье Мартыненко. Именно она отбирает, по сути дела, имеет весь головняк с теми, кто сильно не в адеквате. А мы уже так чуть-чуть вот с коллегами, с инвесторами, как говорится, приглаживаем. Но как вы видите, что даже вроде бы уже отобранные, ну, тоже вливаются у нас, как обычно, из 5, но один-то где-нибудь раз в 2 недели вылетает в неадекват. Ну да. Так что желаю вам удачного вечера, посмотреть, насладиться. Инвесторам, если у них есть деньги, лучше сдать мне, чтобы у вас никто не обул. Я на кассе, у меня точно не заберут. Ну а всем удачи и... Ванечка, продолжай. Спасибо. Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Даша, спасибо тебе большое, что пришла к нам. И, кстати, на секунду, Даша, между прочим, это, ну, наш SEO. На секундочку. Мы сегодня, Леш, будем говорить с тобой касательно про SEO, в том числе про SEO, про блокчейн и про остальные нечисти современные, так сказать, экономики нашей. Ну, супер гость Алексей Морей. Если вы не знаете, где-то я микрофон слышу. Так. Алексей,
Welcome, да. Это первый вопрос, который я хотел тебе задать. Собственно говоря, чем вот Альфа-банк хорош для предпринимателей? Да, ну ты знаешь, я когда думал про ответ на этот вопрос, я подумал, что в свете того, что происходит последние месяцы или два, но хочется сказать, что первое, мы продолжаем работать. Понимаешь, то есть это... То есть вы живы все-таки еще пока. Да, и, так сказать, практически один из очень немногих оставшихся частных банков. Поэтому, знаете, как это... Как правило, предприниматели – это же люди, которые сами что-то делают, вот, стараются как-то поменять мир к лучшему. В этом плане, мне кажется, что мы, как частная структура, очень, в общем, очень привечаем таких, поэтому людям, которые представляют частный бизнес, лучше держаться друг друга. Поэтому это, наверное, наша основная, самая сильная сторона. Но помимо того, что просто с нами очень удобно, с нами очень, как бы сказать, наверное, удобно и просто. Я думаю, что, начав этот бизнес, наверное, обслуживать предпринимателей, работать с предпринимателями лет 6 назад, здесь, кстати, в зале присутствует Денис Осин, который, собственно говоря, вот туда он руку поднял, можно встать. Наверное, Денис, да. Денис стоял у истоков этого бизнеса, он был тем человеком, который, в общем, это строил своими руками и продолжает это возглавлять. И сейчас таких компаний, предпринимателей у нас уже больше 300 тысяч, поэтому, в общем, спасибо нашим клиентам за то, что нас выбираете. И так, дай бог еще много раз по 300 тысяч, приходите к нам. Так, ну, Леша, отличный ответ. Я скажу честно, я старался вместе с Татьяной Архиповой создать такие вопросы. Молодой человек, можете отойти? Спасибо. Я все равно не вижу там. Я сам не вижу. Ну и нормально. Вот. Вопрос, как у этого, как его, подскажи мне. Взрослый дядя на Первом канале. Там их много. Познер, я помню, точно, ты говорил. Да, точно. Мы пытались собрать сегодня стартапы, которые похожи в той или иной степени на Познера. Итак, как изменился подход больших финансовых корпораций к малому бизнесу? Ну, мне кажется, лучше спросить, знаешь, как это? Этот вопрос лучше задать малому бизнесу, потому что мне очень сложно, я все-таки с другой стороны смотрю. Но, как мне кажется, лет 6 назад, в общем, малый бизнес был, так сказать, не в почете. Потому что банки работали с крупным бизнесом, ну, как-то работали со средним бизнесом. Безусловно, уже окучили розницу и розницу любили. А малый бизнес, он, в общем, как-то был, так сказать, вот как-то зажат. И получалось, что часто собственник малого бизнеса, он получал какое-то премиальное обслуживание в рознице, как частное лицо, а как бизнес он был никому не нужен, ну, потому что встань в очередь, там много таких, как ты. Ну, да. Ну, и мне кажется, мы были, наверное, одним из тех банков, кто стоял у истоков того, что это радикально изменилось, и сейчас... И персональный менеджер, и мобильное приложение, и интернет-банк, и, в общем, простота и удобство, по крайней мере, с точки зрения расчетов, точно это качественно поменялось. И многие банки пошли по нашим стопам. Вот я вижу здесь коллег из Модульбанка, тоже стоит сказать, что мы с большим уважением смотрим на то, что вы делаете. А ребята вообще начали, в общем, 3-4 года назад. Поэтому я просто к чему, да, что у нас появляется больше таких, которые строят банки для предпринимателей, но это здорово, потому что растет конкуренция, а клиент выигрывает. Супер. Но мне кажется, что вообще один из самых мобильных банков, которые могут очень оперативно двигаться и адекватно реагировать на реальную действительность. О, как загнул. Ты знаешь, мы верим, что даже любой малый бизнес может стать большим. Но для меня лично нет ничего приятнее, чем встречать клиентов, которые когда-то начинали бизнес и действительно начинали из одной комнаты, а сейчас это большие компании, которые действительно что-то производят, что-то делают, действительно создают какую-то ценность и безусловно, растут по выручке. Поэтому это реально очень крутое ощущение внутри, что ты как финансовая организация помог таким компаниям вырасти. Хорошо, ну давай поговорим про твой поток. У нас же с тобой было интервью, я сильно удивился, что у вас есть вообще такой продукт, собственно говоря, который позволяет вот малому и среднему предпринимательству друг друга, скажем так, кредитовать друг друга, собственно говоря. Ну, не совсем так. Мы берем деньги все-таки у розничных инвесторов. Мы честно, да, мы не берем деньги у компаний пока. Да, жизнь покажет, это же стартап, всегда может случиться какой-нибудь пивот. Вот. Но пока мы берем деньги у розничных инвесторов и кредитуем малый бизнес. Поэтому это пока как бы ранний стартап, но тем не менее там, в общем, без малого уже около 1000 компаний через него прошло, поэтому, так сказать, в общем, тем не менее, как-то растет и развивается. А почему я его выделил? Потому что это тот пример, когда компания реально родилась внутри Альфа-банка. Она родилась из встречи моей с Никитой Абраменко, который сейчас возглавляет этот сервис, выделился в отдельную компанию, нашел себе людей, вложил, ну, фактически вкладывает свои деньги в этот бизнес. И действительно растет бизнес. Это потрясающе, потому что это говорит о том, что наша культура позволяет подобным компаниям внутри вырастать. К сожалению, пока такой пример один.
Очень хочется, чтобы их было больше. Мы над этим работаем. То есть я правильно тебя, что в Альфа-банке инициатива, во-первых, поощрительна, раз, а во-вторых, ты, если у тебя есть такая-то внутренняя жилка, такая коммерческая, и ты хотел бы от менеджера стать там совладельцем и владельцем, то, в принципе, внутри банка ты можешь вырасти до такого статуса. Ну, внутри банка, наверное, не можно, потому что банк частный, он как бы не размещает, так сказать, свои бумаги. Но можно выделиться в отдельную компанию, куда, куда вложить и свои деньги тоже, и стать партнером. Поэтому да, это можно. Крутяк. Мне кажется, это очень круто. Кстати, вот у нас Сергей Малышев, так сказать, связь-банк, не побоюсь этого слова. Сереж, я думаю, у тебя тоже как-то так там, да, происходит? Движется. Движется, да? Такой, знаешь, такой, движется там. Тоже хорошо. Так, ну давай дальше. Вот это классный вопрос. Прям суперский сам. Я тебе зачитаю. В ближайшем будущем банковские функции, включая функции SEO... Нет, ты все-таки видишь. Я вот когда сказал, что я не вижу, я не обманул. А ты вот как читаешь. Ты вряд ли запомнил этот вопрос. Нет, просто мне там, я туда, мне там в ухо говорят. Я поворачиваю, меня вот так фонит, так не фонит. И еще раз, включая функции SEO. Постепенно будут заменены алгоритмами наподобие блокчейн. Вот. Тебе это не страшно самому, то, что в перспективе в банк-системе может быть только лишь центральный банк, там счета в центральном банке и все. Вот ты к будущему как-то готовишься в этом плане? Ну, в нашей банковской системе и сейчас так происходит, что остается один центробанк. Сказал Алексей такой. Вот. Она практически стремится к одноуровневой и без блокчейна. Ну и да, и я... Ты кто скажешь, это блокчейн по-русски, да? Да, называется, извините, не сдержался, да. Ну и я практически виртуальная проекция. Ну, дай бог, как говорится, да, дай бог нам всем жить в мире машин. Я думаю, что все-таки это какое-то далекое, так сказать, ну, в общем, далекое будущее. Я не верю в то, что машина точно заменит простой человеческий труд, общество точно будет сталкиваться с вопросом, как жить в условиях, когда огромное количество людей осталось без работы, а новыми навыками, так сказать, не обладает. Поэтому вот мы сегодня с товарищем обсуждали о том, что я не помню кто, по-моему, Билл Гейтс предложил обложить робототехнику и внедрение роботов в производство налогом. С одной стороны, смешно, а с другой стороны, капитализм как строй, он явно к этому ведет, потому что компании стремятся максимизировать прибыль, поэтому им, в общем-то, так сказать, абсолютно по барабану, что часть людей остается без работы. А с точки зрения общества это плохо, потому что в какой-то момент у населения не будет денег, потому что не будет работы. Поэтому идея о том, что налог на роботов и безусловный доход, она, мне кажется, так, может быть, утопична, но концептуального смысла не лишена. Извините, что так умно, вечер пятницы 13-го, но как-то... Мы сейчас перейдем, кстати. То есть я вот, допустим, знаешь, как тащусь от чего? Я себе фантазирую, или, как говорит наш общий друг Дим Калаев, галлюцинирую. Вот я себе галлюцинирую на предмет... Что вы курите, да? Да, ну типа того. Это про стартапы, знаешь, он такой, слушай, ну вот пришел очередной стартап, говорю, галлюцинирует по-черному. Я говорю, как, ну там тучи разводят руками, там землю заставляет двигаться в другую сторону против оси, ну в общем такие вот. А тебе нравится идея, когда людям не надо работать? Ну, то есть работают роботы, вот тебе продукты, вот тебе одежда, вот тебе машина, вот тебе яхта, и все такие вот в обучении, в развитии своего интеллекта, чтобы не 3% мозга работало, а там хотя бы 33%. Я, к сожалению, видел другие, так сказать, я курю другие вещи, поэтому я, так сказать, видел другие картинки. У меня детей много, поэтому я мультиков много смотрю. И вот есть такой мультик «Валли». Есть. Ну, и там хорошо показано, так сказать, во что превращается, в том числе, человечество, если вот оно не работает. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что у нас, опять же, по спирали, у нас больше лень побеждает, так сказать. Поэтому дай бог, чтобы было, вот как ты говоришь, мы стремились к осознанности и к росту собственной образованности. Да, вот а черная голова не позволяет прочитать ответ, который мне там показывается, да. Но дело будет не так. Поэтому я к идее безусловного дохода отношусь, может, и не так плохо, но я не очень верю в то, что если человек не будет чем-то занят, он будет стремиться к тому, чтобы расти. Слушай, какая модель вот управления компаниями, по-твоему, вот, позволяет в современном мире вот, компаниям двигаться вперед? Мне кажется, с точки зрения будущего, ключевая компетенция и вообще единственная верная стратегическая особенность, можно назвать компетенцией, это гибкость. Поэтому тотальная децентрализация, максимальное делегирование полномочий, максимальная гибкая структура и подстраивание под изменяющийся мир. Потому что предсказать, как будет, невозможно, на мой взгляд, это все утопично. Ну, то есть люди, которые говорят, через 5 лет будет то, через 10 лет будет то. Ну, как бы, знаете, как это, мне в детстве говорили, что ничто не мешает тебе тоже говорить. Я больше сторонник того, что не так
стремиться прямо угадывать, что будет, да, а просто настраивать организацию на быстрые изменения. Окей. Так, ну и почти под итоги про криптовалюты, то есть быстро растущие отрасли. При этом в Российской Федерации действует запрет от ЦБ. Как не остаться за бортом и удержать мозги и технологии в стране? Ну, мне кажется, если честно, в криптовалюту, если так сказать, по миру, по-моему, только русские играют. Я имею в виду, что русских ребят и ребят, имеющих русские корни, вообще в мировом, так сказать, криптомире их достаточно, ну, относительно нашего населения их точно много. Поэтому не так важно. Мне кажется, концепция удержать в стране, она уже бесполезна, потому что, ну, мир свободный, мир гораздо более глобальный, чем мы думаем, и границы, они уже стираются. А скорее удержать для страны. Потому что, ну, с точки зрения меня, мне абсолютно все равно. Если человеку нравится на острове, то в Таиланде, ради бога, если он что-то делает, что способствует, так сказать, росту экономики страны, и ему интересно делать какой-то бизнес для России и в России, да ради бога, будь он в Лондоне, будь он, так сказать, в Америке, или будь он, так сказать, на островах, это, в общем, все равно. Так, ну, про пятницу 13-е. Вот тут можно про пятницу 13-е. Смотри, ну, ты же не суеверный человек, правильно? Кстати, кто-нибудь вот тут в зале там суеверен, нет, там про черные кошки, вот не знаю, про то, что если жена трубку не берет или муж трубку не берет, там. В пятницу 13-го, да? Это о чем-то, да? Или что, допустим, она с подругами поехала на Кипр, или он в сауне с друзьями ходил. То есть суеверий ни у кого нет, я правильно понимаю? Ладно, хорошо, Леш, смотри. Друзья, всем нравится такая картинка? Смотрите, Алексей Морей, эксклюзивно, стартап-шоу, да? Этот тизер создал твой дизайнер. У тебя в Альфа-банке, представляешь? Посмотри, какую красоту сделал. Ну? Да. Ну классно, правда? Нравится, да? Мы здесь... Ну давайте, ну, давайте, ребят, поаплодируем, ну, дизайнеру, да. Да. О. Сразу видно, что не Иванов, я бы сказал, да. А можно еще вот так света сделать? Мы хоть увидим, Леша, смотри, сколько людей нас смотрит. Ты посмотри, полный зал. Круто? И это все ты. Это все на тебя пришли. Нет, друзья. Ваня, это все-таки стартап-шоу, мне кажется. Нет. А может, на Ксению пришли, мне кажется. Вот. Собчак? Нет. За нее голосовать будут. Да. Итак, смотрите, что сделал наш дизайнер моей левой рукой. Опа. Леш, ты видишь картинку там, нет? Вот так. Вырвать руки, да, дизайнеру. Да. А потом он говорит, слушай, мало. А кто маску мне эту одел, вот, которая вот здесь была? Где? Ну, там была картинка, вот, мне маску одели и очки оставили. Мне кажется, что эти вещи не очень сочетаются все-таки. Надо было... Сейчас ты увидишь, откуда это взялось. А, я понял, да. Да. Следно, вот мы решили так сделать. Леша, ты видишь картинку? Ну, тут глянь на себя, вот видишь, как красиво, да? Но этого было мало. Мне кажется, Стивен Кинг просто по вам плачет. Стивен Кинг, вот он, Леш, вот Стивен Кинг. Леш, это Стивен Кинг. И в итоге получилось вот это, друзья, погромче. Альфа-банк. Погромче звук. Стробоскопчиков дайте нам. Это пятница 13-е. Здравствуйте, я Алексей Мари, CEO Альфа-банка. Приглашаю вас 13 октября на стартап-шоу, где мы с вами познакомимся, пообщаемся и выберем лучшую команду, которая, возможно, вместе с нами построит большой бизнес. Крутяк, скажи. Ну вот. Понимаете, мне твой сотрудник говорит, Вань, ну вот мы так не можем покреативить, мы зажаты, ну ты прямо оторвался от души. Леш, извини, пожалуйста, что мы оторвались. Я потом пришлю тебе ролик, который, да. Чуть потише, ага. Я говорю, я потом пришлю тебе ролик, который мы думаем, пускать или не пускать в эфир на тему нашей зажатости, да, там. Слушай, я готов, так сказать, ментором в образе Стивена Кинга побыть этого ролика. Леш, спасибо тебе большое за интервью. Присаживайся, отдыхай, так сказать. У Алексея будет очень простая задача, друзья. Алексей будет смотреть, оценивать стартапы, а потом после битвы наших инвесторов, вот этих замечательных, он будет биться с ними за лучший стартап. Все просто. Командам удачи. Спасибо.
Спасибо тебе. Ну что, помчались? На сцену приглашается проект «Эр». Вам пульт. Давайте, зажигайте. Спасибо. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Александр. Меня Антон. Представляем проект «Ивон». Ивон — это децентрализованная криптовалютная биржа. Сегодня рынок криптовалютных торгов составляет 2 миллиарда долларов в сутки. То есть это ничтожная цифра по сравнению с рынком Форекс. Но тем не менее в 2017 году началось движение этих рынков друг на друга. И это создает большой потенциал для криптовалюты. Мы уверены, что рынок криптовалют будет расти, поэтому и представляем вам наш проект. Тем не менее, у рынка есть серьезная проблема. Трейдеры теряют колоссальное количество денег. Уже 1,5 миллиарда долларов было потеряно трейдерами на централизованных биржах. При этом децентрализованные биржи, которые призваны решать эту проблему, не справляются с решением, так как на них нет профессиональных инструментов, низкая скорость работы и в результате низкая ликвидность. Ивон в итоге решает эту проблему. Наша платформа и биржа, которую мы делаем, обладает высокой скоростью работы, 100 тысяч транзакций в секунду, есть профессиональные инструменты и высокая ликвидность. При этом, поскольку она децентрализована, она полностью защищает игроков рынка от третьих сторон. И деньги трейдеров в безопасности. Так, секунду. Мы проводили конкурентный анализ, изучали те проекты, которые уже есть на рынке, те, которые хотят выйти на рынок, и понимаем, что наша технология реально обладает конкурентным преимуществом. То есть, другими словами, платформа и биржа, которую мы делаем, действительно способны решить эту проблему. Ивон Foundation, это наша организация, она будет отвечать за обеспечение качества сервиса и вывода продукта на международный уровень. Как создана платформа, это биржа? Значит, она работает на своей собственной платформе, при этом использует алгоритм DePoS, так называемый, разработанный нами, алгоритм Protection of Money. Это является ноу-хау на рынке, такого нету. При этом сама платформа имеет открытые API и возможность финансовым сервисам использовать нашу платформу для своих бизнес-задач. То есть на этой платформе можно будет делать не только биржу. Монетизация при этом будет модель транзакционная. Участники рынка платят комиссию мастернодам, так называемым, которые обеспечивают работу этой биржи. Это с аналогией с майнерами, то есть мастерноды как майнеры. А мы забираем 20% foundation и занимаемся развитием протокола, платформы, продукта. При этом выпускаем на рынок так называемые токены. Они называются EVON токены. Ивон токены будут расти по стоимости. Почему? Потому что эмиссия этих токенов будет ограничена. Всего будет на рынок выпущено 100 миллионов токенов. При этом в конце ICO все нераспроданные токены будут уничтожены, а дальнейшая эмиссия будет запрещена на уровне протокола. Сам токен будет использоваться в работе в системе, как кровь система, и трейдеры будут платить свою комиссию именно вот в этих токенах. Поэтому будет токен расти. 10 секунд. Сегодня проинвестировано в проект 100 тысяч долларов основателями. Мы привлекаем инвестиции в размере 500 тысяч долларов за счет 1% токенов со скидкой 50%. Через 5 месяцев можно будет выйти с X2 инвестору. То есть можно будет удвоиться на ICO. Спасибо большое, ребят. Вам бурные аплодисменты. Спасибо. Мне кажется, очень интересный стартап, интересный проект. Жаль, что не уложились в наш норматив 3.30, но мне кажется, тот, кто вот этим продуктом интересуется или вообще этим направлением, этим вектором, я думаю, он для себя самое главное услышал. Я сейчас скажу, что структура ICO просто фантастическая, если вы не знаете. Основатели гении и, собственно говоря, их контакты. Такая перебивка будет периодически у нас между каждым стартапом происходить. Приглашаю Олега Клепикова, Психея. Здравствуйте. У меня к вам
такое очень простое будет достаточно сообщение. Начну я с того, что Дональд Трамп выиграл выборы, если вы знаете, при помощи психографики. На прошлой неделе Ричард Талер получил Нобелевскую премию по поведенческой экономике. И неделю же назад мы общались с Эльвирой Набиуллиной. Все это каким-то образом связано. Через что это связано? Это связано через то, что мы вступаем в другую тихую революцию, революцию поведенческого анализа данных и революцию психографики. Сегодня я вам представляю автоматическую модель, психографическую модель психии, которая определяет психотип клиента на основании данных, не на основании анкетирования, не на основании того, что мы спрашиваем, узнаем что-то о клиенте. Мы просто смотрим в транзакции, мы просто смотрим, как вы пользуетесь социальной сетью, мы смотрим за тем, как вы говорите, что вы говорите, где вы ходите и так далее. То есть абсолютно любые поведенческие данные приводят к тому, что мы можем построить ваш профиль. Мы уже работаем с крупной компанией, для меня большая гордость в том, что мы работали с Никитой Абраменко и помогали ему построить скоринг-модель, как раз в которой в том числе была интегрирована психографика. А в Сбербанке, например, мы уже имплементировали модель, которая распространена на 7 миллионов клиентов в масс-эффлюенс-сегменте, и она вполне успешна. Мы работаем с крупными компаниями типа IBM, SAP, консультанты и выигрываем ряд конкурсов. Но, в принципе, не про это. Я про то, что мы, как банк, как правило, если мы говорим о банкирах, и, в принципе, организации не понимаем клиента. То есть мы не знаем его язык, мы не знаем его потребности, ценности, интересы. Мы, как правило, хорошо и много знаем о клиенте, но мы не умеем это перевести на язык продукта, перевести на язык коммуникации. Да, у нас есть маркетинг, но он, давайте признаемся, он не целевой. Кто очень хорошо знает, как писать скрипты, поднимите руку просто. Мы предлагаем автоматизированную модель, которая имеет очень высокий индекс Gini, она очень достоверна, она легко кастомизируется в любом банке на любую модель данных и имеет очень высокий ROI. По итогам внедрения проекта на 2 года ROI для клиента банка достигает более 500%. При всем при этом, как мы понимаем, она работает на всех стадиях клиентского процесса. То есть, когда мы понимаем, кто человек, как он думает, как он принимает решения, какой у него рисковый профиль, какая эстетика ему нравится, какие фильмы, какой рекомендательный сервис, как он будет реагировать на социальный граф, мы можем работать на стадии от acquisition через retention и вплоть до collection. На каждой, все цифры, которые здесь приведены, это цифры реальных кейсов российских банков. То есть мы делаем две вещи. Первая вещь – мы интегрируем автоматизированные модели в структуру работы банка. И второе – мы передаем компетенции по управлению психографическим профилем, то есть по управлению отношениями с клиентами. Эта технология не имеет аналогов в мире, мы это очень хорошо знаем, поскольку работаем с этими крупными консультантами, сами мониторим все эти технологии. Сейчас, это меня попросили, мы ведем переговоры на то, чтобы нас инвестировало НТИ, и мы, в принципе, заинтересованы в том, чтобы привлечь 70 миллионов рублей для того, чтобы перенести все наши идеи из внутри банка, сейчас мы работаем как проект, когда инсталируем систему внутрь, на внешний контур за пределы самого банка. У нас достаточно большая команда, плотная, компактная, легко расширяемая. Спасибо, здесь контакты. Спасибо огромное. Спасибо тебе. Отличный проект. Судя по вашим аплодисментам, вы начинаете разогреваться наконец-то, да? То есть что-то интересное пошло уже. Приглашаю спецлав. Давай, 3,5 минуты. Добрый вечер. Меня зовут Воробьев Константин. Я представляю ивановскую компанию «Спецлаб», российского разработчика систем аналитического видеоконтроля и мобильного видеонаблюдения. Итак, сегодня я хочу вам рассказать о видеосемантике. Это новое решение, основанное на технологии коротких данных. Как известно, 21 век – это век переизбытка информации, особенно это касается систем видеонаблюдения, которые постоянно все записывают и все стирают, обычно уже через месяц или ранее, потому что объем информации очень большой. Поэтому, когда встает вопрос о том, чтобы посмотреть видеозаписи о том, кто брал
кредит 5 лет назад или совершал операцию, например, с недвижимостью 10 лет назад, это невозможно, информации нет. Остается лишь довольствоваться бумажными документами, которые неизвестно, кто, в общем-то, и подписывал. Для решения этой задачи есть видеосемантика, которая позволяет на тех же ресурсах, значит, вместо одного месяца записывать информацию, архив глубиной до 20 лет. Значит, как это работает? Из длительного сюжета, например, нашего с вами общения, видеосемантика выжимает небольшой видеоролик длительностью всего несколько секунд, который в себе содержит сам факт этого события. В этом видеоролике есть все. Наши лица, отличительные признаки, наши движения. И все это, заметьте, умещается в несколько секунд. Кроме того, вся текстовая информация, которая набирается на клавиатуре компьютера, который подключен к видеосемантике, автоматически синхронизируется с видеоархивом. Таким образом, введя какой-то текст, фамилию, адрес и так далее, можно мгновенно получить видеоролик, где будет показан клиент, который обслуживался у конкретного офисного клерка в данный момент, и что он подписывал. Кто является нашим конкурентом? Ну, самым основным конкурентом является человеческий фактор, не автоматизация и не беспристрастность человеческого фактора. До сих пор во многих компаниях сопоставление человека, сопоставление фотографий и занесение в базу происходит вручную, с привязкой к архиву документов. То есть первое, это вручную. Соответственно, клерк может быть не беспристрастным и корыстным, и мотивированным какими-то криминальными побуждениями. Второе, это происходит одномоментно, без учета всех событий, которые происходят параллельно вместе с этим. Значит, но видеосемантика позволяет это решить и анализировать параллельно события, которые происходили по этому клиенту, по этому офису и в том числе вне его. Кроме того, в системе предусмотрен алгоритм поиска и систематизации данных по разным критериям глубиной до нескольких лет. Поиск можно вести одновременно по большому количеству офисов и точек, которые объединены в единую систему. Например, выбрав центральный федеральный округ и всех все офисы, банкоматы, задав диапазон времени, введя фамилию Иванов, мы можем получить короткие видеоролики, где все Ивановы совершали какие-то банковские операции. Для кого данная система предназначена? Ну, в первую очередь, это учет и госрегистрация, где возможна подделка и подписи документов. Второе, это банковский сектор, где необходимо поднимать данные по работе с банкоматами и с клиентами. Также хочу отметить, что сегодня многие филиалы, практически все филиалы Альфа-банка оснащены системой видеосемантики нашего производства. Мы проводим обучение специалистов. И что сегодня нужно? Они все просят видеосемантику. Дайте им 4 миллиона рублей для внедрения и дайте нам положительный отзыв о работе этой технологии. Спасибо. Ну как, все интереснее, друзья? Ну и хорошо. Как в Comedy Club говорят там, мы не будем затягивать время, поэтому по-быстрому будет следующий. Ну вот, дорогие друзья, еще раз повторюсь, что наш партнер, в том числе, это Рольф Премиум. У вас есть у каждого такая уникальная возможность прокатиться на смарте, но когда-нибудь в скором будущем вы будете кататься вокруг здесь вот на тех машинах, которые были на этом видео. Мы продолжаем стартап-шоу и движемся дальше. Наш следующий стартап. Welcome, Салик Андрей. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Саликов Андрей. Я хотел бы вам представить портал Комрент. Это агрегатор коммерческой недвижимости, который связывает собственник и арендаторов и покупателей напрямую. Я думаю, что никому в этом зале не нужно объяснять, что коммерческой недвижимости в городе Москве достаточно много. Я приведу всего лишь пару цифр. За последние 15 лет только офисной недвижимости класса А и Б было построено порядка 14 миллионов квадратных метров, и ее общая площадь возросла практически в 10 раз. По нашим оценкам, сейчас на рынке только офисных предложений, не уникальных от собственников, находится порядка 20-25 тысяч штук, которые принадлежат 6,5 тысячам собственников. А риэлторы зарабатывают на комиссии как свою комиссию, порядка 2-3 миллиардов рублей в год. Возможный объем рынка для нашего проекта максимальный, мы могли бы оценить в 1 миллиард.
В чем существует проблема? Владельцы в 60-70% случаев сдают свою недвижимость через риэлторов, которые берут свою комиссию в размере 50, 100, иногда 150 и 200% от месячной аренды. И это дорого. Когда клиенты и собственники общаются не напрямую друг с другом, у них возникают временные издержки, искажения информации и некоторые другие проблемы. Что предлагает наш портал? Во-первых, мы предлагаем актуальную базу предложений с прямыми контактами собственников для клиентов, базу заявок клиентов, непосредственно подобранных под каждое помещение для собственника, систему взаимодействия между ними, программу стимулирования арендаторов для лучшего результата. И также мы убираем риэлторов и повторы. Мы уже зарабатываем. Стоимость продвижения одного помещения через нашу систему составляет 250 рублей в сутки. За последний месяц мы заработали скромные пока 350 тысяч рублей, но зато этот показатель вырос в два раза за последний месяц. Мы планируем выйти на показатель выручки в 1 миллион рублей до конца этого года без инвестиций. Также без инвестиций мы рассматриваем ситуацию без инвестиций, мы предполагаем, что к концу, кстати, к середине, точнее, 2018 года мы выйдем на показатель 2,5 миллиона рублей. Кто наши основные конкуренты? Во-первых, это риэлторские агентства. Их плюс в том, что рынок знает, как это работает. Основной их минус – это высокая комиссия. Кроме того, нашими конкурентами в какой-то степени являются агрегаторы. И прежде всего, это портал Циан, который, конечно, обладает достаточно большой базой предложений и несравнимыми пока еще с нами возможности по рекламированию. Но мне кажется, что им пока не хватает, наверное, на наше счастье, как бы достаточных компетенций и пониманий именно этого рынка и как на нем можно заработать. Что мы хотим предложить инвесторам? Мы хотим предложить 30% нашей компании за 6 миллионов рублей. Мы предполагаем, что рост стоимости доли в первый год составит от 2 до 2,5 раз, а, соответственно, мы готовы платить долю от своей прибыли, которая будет составлять до 30%, а может быть и выше годовых, на вот эти вложения. Инвестиции планируется потратить на развитие ресурсов, привлечение дополнительных арендаторов и для того, чтобы ускорить то развитие, о котором я рассказывал чуть ранее. Собственно, ваш покорный слуга, 18 лет опыта работы в коммерческой недвижимости, мой партнер по технической части – это Всеволод Петров, более 15 лет работы в IT. Собственно, это мои контакты. И еще я хотел бы ответить на, во-первых, концептуальный вопрос Дмитрия Потапенко насчет того, а что если нет. Мы планируем вложить вместе с инвестором сравнимую сумму в этот проект для достижения этих показателей. Вот. И кроме того, мы прекрасно представляем себе те сложности, вызовы, которые предстоят, и те сложности, которые предстоят нам на этом пути, но мы глубочайше убеждены в том, что это будущее, и что это правильно, и что это будет расти и развиваться. Спасибо. Молодец. Мне кажется, достаточно интересный проект, особенно в том, что человек не просто привлекает инвестиции, но готов вместе соинвестировать. Спасибо тебе большое. Круто. Не, мне очень понравился парень, он проходил наш челлендж-тур. Дима Потапенко, конечно, не за плинтус опустил, а я за презу просто замочил, сказал, слушай, и не презентации, и не питчи, вообще ничего. Сейчас человек выходит и просто, как, знаете, такие есть американские торги, они чем торгуют, там что-то такие стоят, что-то говорят такое очень быстро, там торги идут. И вот у него вот так прямо от зубов. Видно, что тренировался, готовился. Вот Олег Гаспаров, Казахстан. Нам приятно, что к нам приезжают люди из Казахстана. Выступай. Мне кажется, пошла рекламная пауза. Да, Болтовек? Добрый вечер, меня зовут Булатбек, я основатель проекта Smart Satu. Так а что не стоит? А вот. Иван экран. Проект работает в России, в Казахстане, Узбекистане, в Таджикистане, в Саудовской Аравии, в Катаре. Привлеченные инвестиции в проект 2015 год 300 тысяч долларов, 2016 год 3,3 миллиона долларов. Более 400 поставщиков-дистрибьюторов, которые сейчас получают заказы от более 20 тысяч торговых точек и более 100 тысяч SKU товаров сейчас есть в системе, которые завели сами поставщики-дистрибьюторы. Что такое Smart Satu? Smart Satu – это SaaS-решение, это облачное решение,
единая точка входа smartsy.com. Любой магазин, любой продавец может скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и получить доступ ко всем производителям, дистрибьюторам, которые есть в системе. Такие дистрибьюторы, как Mars, Wrigley, Nestle, Procter & Gamble, Henkel, и отправить им прямые заказы в их системы Oracle, SAP, Navision, это системы учета, для которых мы дали API и проинтегрировались с ними в их системы. Система решает три задачи: заказы, платежи, логистика. Что касается заказов, у каждого поставщика-дистрибьютора есть огромная армия торговых агентов, которые ходят по всему городу и собирают заказы. Мы дали торговой точке мобильное приложение и посадили одного торгового агента от всех поставщиков-дистрибьюторов в торговые точки. Что касается платежей, в Казахстане мы синтегрировались с крупным казахстанским банком, Казкоммерцбанком, и дали возможность торговым точкам, заходя в систему, видеть свой расчетный счет в системе, который есть расчетный счет в банке, сумму, и делать прямые платежи к поставщикам-дистрибьюторам без комиссии, без процентов. Соответственно, также наш банк-партнер может предоставлять оборотные деньги торговым точкам. Овердрафт. Оборотные деньги на 10 дней без комиссии, без процентов. День, два, три просрочки, идет комиссия в пользу банка. Вот, то есть мы сейчас дали возможность все деньги, которые проходят между торговыми точками и поставщиками, переложить их на платформу банка. И третья — логистика. Каждый поставщик-дистрибьютор, у каждого поставщика-дистрибьютора есть свой парк машин, армия водителей, логисты, экспедиторы. Мы все это переложили на плечи частного водителя. Мы дали водителю мобильное приложение, водитель сам знает, у кого собирать грузы и по каким магазинам, в каких районах, по каким адресам развозить эту продукцию. То есть если взять заказы, платежи и логистика, это все большая расходная часть поставщика-дистрибьютора, который он что делает логически? Он ее размывает на марже товара, потом накидывает свои 10-15%, приводит в торговую точку, дает торговой точке. Торговая точка накидывает свои 30% и ложит товар на полку. Соответственно, этот товар становится для потребителя золотым. Соответственно, если мы помогаем поставщику-дистрибьютору оптимизировать расходы на 3-5%, мы даем возможность ему конкурировать на полке в категории его продукции с другими поставщиками-дистрибьюторами, а с другой стороны, дать возможность потребителю получить более доступный товар на полке. Головная компания находится в Сингапуре, Smartsy Global, Smartsy Казахстан в Алмате, Smartsy Россия в Москве и Smartsy Беларусь, офис разработки в городе Минск. Время. Спасибо большое. Спасибо большое. Позволь, я заберу у тебя и микрофон, и кликер. Сразу видно, что переволновался. Да, я кликер снял. Нет, только у тебя был шикарный проход, прям ты как в Comedy Club. Помнишь, там через весь зал люди идут, вот и контакты твои, собственно говоря. Можно поснимать, фотографировать, ребят. Потому что в Казахстане настолько интересные люди живут. Да причем все фотографируют. Что он хочет? А вы у него спросите. Так сказать, поднимите ваши, так сказать, кошельки и скажите, ты что хочешь вообще, а? Может, что... Знаешь, а что, интерес проснулся? Мне кажется, что... ты готов сказать? Микрофон там. Ну, как гость, так сказать, из Казахстана, да. Исключение из прав, что хочешь-то? Если честно, деньги есть, инвестиции не нужны, приехали не за деньгами. Инвесторы есть американские инвесторы, которые на нас сейчас смотрят. Сейчас есть интерес синтегрироваться с Альфа-банком. Сегодняшняя встреча, ну, вечер, только для того, чтобы познакомиться с Алексеем Мареем и более подробно рассказать о системе, потому что на самом деле я рассказал только маленькую часть от того, что мы сейчас делаем. Спасибо. Безусловно. Молодец. Про маленькую часть. Я однажды был спонсором банковского форума «Сочи», который ежегодно проходит. Так мне говорили, у вас будет 15 минут, я из них выжил 30. Сейчас я понимаю, какой я идиот, что я полчаса людям что-то объяснял, то, что можно было объяснить за 3,5 минуты. Движемся дальше. Юрий Гугнин. Этот парень постарается без картинок вам объяснить суть своего проекта. Всем привет, меня зовут Юрий, я зампред экспертного совета по блокчейну при Госдуме Российской Федерации и по совместительству основатель проекта «Карма». Коротко и понятно. Сначала основатель проекта «Карма», потом Госдума.
Окей. Наш проект занимается трансграничным peer-to-peer кредитованием. Любые активы в залог и в кредит и открытый рынок ставок, сроков и процентов залога к телу кредита. В чем проблемы? Это избыток ликвидности в странах, богатых с нулевыми процентными ставками. Пока здесь шла подготовка, в соседнем подъезде поужинал со швейцарскими банкирами из UBS, из Цюриха. И они сказали, что для них 2 или 3% это круто заработать годовых. И они не знают, куда на самом деле применить свои деньги. Он с гордостью рассказывал, что он дает кредиты под 1% годовых. В то же время недоступность кредитов для 3 миллиардов людей. К сожалению, здесь я вынужден Россию поставить в один ряд с Африкой, Латинской Америкой и азиатскими странами. Как правильно заметил Алексей, в плане расчетов Альфа-банк божественный, я пользуюсь, я ваш преданный поклонник, но в плане кредитов российская банковская система для малого и среднего бизнеса не работает. Я лично пробовал в 23 банка обращаться и брать кредит на свое прибыльное белое предприятие, мне никто ничего адекватного не ответил. Недавно был кейс о том, что товарищ Костин из ВТБ сказал, что кредитование малого и среднего бизнеса для банков смысла не имеет. Окей, мы займем эту нишу. Спасибо, товарищ Костин. Также еще, почему все это происходит? Потому что нету инструментов скоринга. Потому что люди из стран с деньгами, с избытком ликвидности не знают, как оценить россиян, африканцев, тайландцев, кого угодно. И также высокие издержки на банкинг, к сожалению. Наш рынок составляет 2,5 триллиона баксов. Это по данным World Bank. Это недокредитованность малого и среднего бизнеса. При этом почти 40 триллионов лежит на депозитах мертвым грузом и приносит минус 0,5% годовых для обладателей депозитов, даже в России, с учетом инфляции. Сильные стороны кармы – это трансграничность, то есть арбитраж, устранение неэффективности рынка между разными монетарными политиками. Это marketplace скоринга. Мы подключаем различные скоринговые компании. У нас есть и классические МФОшки, и альтернативные, инновационные методы. И, кстати, товарищи из Психеи наверняка тоже с радостью подключим. Также у нас в чем суть кармы? Карма – это репутация, которую человек зарабатывает на нашем проекте. Это один из важнейших критериев скоринга. Многие активы в залог и в кредит. Также важно, что пиры выполняют любые роли. Страховщик, коллектор, оценщик, аудитор, кто угодно. И также я считаю, что у нас огромный вирусный эффект и своя религия человечного отношения к людям. От нас не пахнет корпорация, это очень важно. Бизнес-модель, проценты с транзакций, рост курса токена. Не буду сейчас углубляться. Технологии вообще никому не интересны, наверное, здесь. Сколько в нас инвестировали? Был такой вопрос. Мы на пресейле собрали в августе $500,000 и вложили при этом в платную рекламу всего 750 баксов. Потратили 180 тысяч пока. Потратили на разработку альфа-версии, упаковку, пиар и маркетинг, создание юридической конструкции. У нас есть опыт, мы не новички, мы уже до $5 миллионов peer-to-peer фонд кредитования внутри России собрали. И мы сейчас готовим токен сейл на $10 миллионов в ноябре. И мы вчера, позавчера открыли регистрацию в whitelist, $2,5 миллиона нам уже насыпали. Так что присоединяйтесь к этим людям. Красавчики! Интересно, правда? Это просто моментальная карма, понимаете? То есть подходишь к человеку, когда такой карма, ты говоришь, да, моментальная карма. Прямо пароль такой. Раз и все. 2,5 миллиона. Класс. Зиакс. Рома, давай, Голованов. Здравствуйте. Меня зовут Милан Роман, и сегодня я расскажу, что такое ZIACS. Вы уже, наверное, не раз сталкивались с проблемами современных колл-центров. Ну, это вот, как правило, это сложное, запутанное, непонятное голосовое меню. Также операторы не могут быстро решить ничего, потому что у них просто нет такой возможности. Но самое главное, что в пиковые моменты просто становится все ужасно. Время ожидания ответа от оператора просто растет неимоверно, а лояльность клиентов пропорционально, наоборот, падает. Существующие системы позволяют решить часть проблем, но у них есть определенные недостатки. Мы предлагаем новый способ работы в колл-центрах. Как правило, все операторы работают по определенным скриптам и выполняют одни и те же задачи, отвечают на одни и те же вопросы.
И эти вопросы наша система может автоматизировать. То есть мы можем заменить людей своим роботом. И как следствие, в пиковые моменты, естественно, у нас не будет времени ожидания оператора, потому что робот работает быстро, робот не грубит, робот все делает правильно. Мы можем применять нашу систему, в принципе, во многих сферах. Ну, например, это автоматизация первой линии технической поддержки, это консультирование клиентов, прием обращений каких-то, заявок. Также исходящие звонки можно совершать, допустим, актуализация информации по клиентам, либо это какие-то другие исходящие звонки. Все это может делать робот, не человек. Наша технология работает на стыке трех технологий. Это телефония. Это голосовой чат-бот, точнее просто чат-бот, и это голосовой движок. В настоящее время в коммерческой эксплуатации подобных решений не существует. Наша целевая аудитория – это в основном все-таки телекоммуникационные компании, также финансовые организации, госорганы, в том числе МФЦ, и малый и средний бизнес. На данном этапе у нас сейчас запущено два прототипа, пилота, на котором мы оттачиваем работу своей системы. Также сейчас ведутся переговоры с тремя организациями крупными по запуску на их площадках пилотов. Мы также сейчас продолжаем разрабатывать дополнительные use-кейсы для потенциальных новых клиентов. И также в скором времени планируем выйти на рынки США и Европы. Это наша команда, IT-специалисты высокого уровня с большим опытом работы. У нас есть просчет по затратам на людей и на нашу систему в классическом колл-центре. То есть, как видно, наша система дешевле, на одного человека выходит. И если брать общие затраты на колл-центр региональный, мы делали просчет одного из крупного телекоммуникационного игрока, то получается средняя экономия 3 миллиона. У нас две модели монетизации. Это облачная версия и коробочная версия. В коробочной версии мы планируем брать деньги за инсталляцию и за обслуживание. А в облачной версии планируем брать деньги за тарификацию звонков с ботом. Время. Да, мы ищем инвестора и стратегического партнера, на котором мы можем запустить наш пилот. Нам нужно 80 миллионов, и мы через 4 года гарантируем 240 миллионов доход в год. Спасибо тебе большое. Контакты. Друзья, я скажу, что нам этот проект слегка близок, потому что он был в нашем челлендж-туре. И скажите, пожалуйста, свистните, пожалуйста, вот уметь свистеть там, кому звонил такой женский голос и говорил: я приглашаю вас, вот девушку вижу. Вера была, да? Мы их там меняем, у нас то Оксана там, то Вера, то мы говорили, что это консьерж. Так, один есть кто-нибудь еще, кому звонил наш робот? Мы просто запилотировали этот проект для чего? Для того, чтобы пригласить вас на стартап-шоу в том числе. Он звонил там и говорил: здравствуйте, я приглашаю вас на стартап-шоу, супергость вечера, CEO Альфа-банка Алексей Морей. Такой ла-ла-ла-ла-ла. Реально работает. А прикол, знаете, в чем? Сейчас я вам сам продам, он продать не умеет. Знаете, в чем? Стоимость контакт-центра, одна минута, 10 рублей, а тут рубль 70. Вот вся математика. Движемся дальше. XZ. Добрый день всем. Ух, сколько вас, а? Когда были репетиции, это столько людей не было. Ну ладно. Здравствуйте, меня зовут Рустем Зубайров. Я хотел представить вам новый проект XZEN. Это криптокошелек нового поколения для хранения всех видов криптоактивов. Согласно статистике рынка, всего лишь 5 лет назад все криптовалюты составляли капитализацию 5 миллиардов долларов. На данный момент они уже насчитывают 165 миллиардов долларов. Точкой входа в рынок криптовалют является криптокошелек. Если вы обратите внимание на правый график, то вы сможете увидеть, что в 2016 году активных криптокошельков составляло 22 миллиона. Сегодня мы имеем уже 40. Согласно данной динамике, к 2025 году ожидаемое количество криптокошельков составит 400 миллионов активных пользователей.
Данный рынок имеет несколько ряд проблем. Одной из них и очень важной проблемой является безопасность. Вы не поверите, но с 2014 года было мошенниками и киберпреступниками было похищено 1 800 миллионов долларов. Также одной из очень важных проблем, насущных в криптомире, составляет потеря доступа к кошелькам. На данный момент мы имеем с вами утерянные кошельки, доступ к кошельки, на которых хранится, только вздумайтесь, 21 миллиард долларов. Согласно технологии блокчейн и специфике данной технологии, восстановить доступ к этим кошелькам и вернуть данные средства уже невозможно. Также мы отмечаем, что в криптомире есть сейчас все люди используют криптоактивы в виде инвестиций, а не как средство платежа, тем самым ограничивая спрос на нее. Дамы и господа, я бы хотел сегодня представить вам проект Xen. Это совершенно новый взгляд на то, каким должен быть криптокошелек. Безопасность, мультивалютность, а также широкий функционал возможностей совершенно по-другому позволяет взглянуть на этот мир. Все функциональные возможности значительно превосходят существующие аналоги. Давайте подробно остановимся на каждом из них. Технические параметры. Данный кошелек выполнен из высококачественных материалов. Сенсорный LCD-дисплей, сканер отпечатка пальца третьего поколения, а также батарея, которая способна работать до 2 недель в режиме ожидания. Функциональные возможности. Мультивалютность. В данном нашем кошельке вы сможете хранить как криптовалюты, так и фиатные деньги, то есть обычные. С помощью встроенной биржи вы сможете легко покупать и продавать криптовалюты по биржевому курсу. Также вы сможете покупать и хранить в данном кошельке токены и участвовать в ICO. Одно из самых главных преимуществ нашего кошелька – с помощью встроенной NFS-чипа вы сможете оплачивать криптовалютой товары и услуги в реальном мире, то есть купить кофе, заправить машины или оплатить счет в ресторане. Самым сердцем нашего продукта является система гибридной безопасности Cybersecurity Xen. Она состоит из 128-битного шифрования, адаптивного на основе машинного обучения, идентификации пользователей. Также на рынке сейчас существует несколько существующих аналогов. И особое внимание я хотел бы обратить на один из них, Ledger Nano S. И он является, вы только вдумайтесь, в топ-10 самых продаваемых продуктов на Amazon на данный момент. Основой нашего проекта и самым главным активом, я считаю, что наша команда. Наша команда состоит из высококлассифицированных профессионалов каждой своей области. Также наш проект поддержали достаточно крупные корпорации мира. Дамы и господа, 30 октября я приглашаю всех вас участвовать в pre-ICO нашего проекта. Инвестируйте в будущее. Спасибо. Воу. Реально круто. Прикиньте, вот вы сейчас сидите такие, знаете, а через год или полтора у каждого у вас такой гаджет будет и будете покупать его из Америки. Угадайте, почему? Потому что они соберут кучу денег и по всему миру смасштабируются, потому что это реально интересный проект. Движемся. Сергей Севастьян. Давай. Здравствуйте, друзья. По независящим от нас обстоятельствам, спикер, который должен был презентовать наш проект, выступить не сможет. Поэтому выступлю я. Меня зовут Алексей. Я руководитель проекта Рукоин Логистик. На сцене я первый раз, поэтому я очень нервничаю. Но я слышал, чтобы не нервничать, нужно представить всех сидящих в зале голыми. Поэтому простите меня. В торговле существуют проблемы недоверия контрагентов друг к другу. Продавца к покупателю, покупателя к продавцу. Продавец не хочет отправлять свой товар, не получив оплату. Покупатель не хочет отправлять предоплату, не получив товар. В логистике
сопутствующих проблем еще больше. То есть сложно контролировать состояние и условия хранения грузов в пути. Сложно применять штрафные санкции к сторонам контракта. Спорные вопросы при разделении зон ответственности. К решению данной проблемы наш институт подошел в исследовании реального сектора экономики в области логистики, ритейла и страхования. Наша система взаимодействует с датчиками температуры, влажности и другими датчиками. Автоматически исполняет контракт без возможности его изменения. Выявляет ответственного за любые некорректные действия с контрактом. Базовая технология может быть выполнена как на смарт-контракте, так и на веб- и мобильном приложении. Но все данные в любом случае будут неизменны, так как они записаны в блокчейн. Обзор рынка. 120 миллионов – это рынок мониторинга сопровождения грузов. Это GPS-маячки. 1,5 миллиарда тонн – это объем грузовых автомобильных перевозок за 2016 год. Более 78 миллионов – это не объем, здесь ошибка, это количество коммерческих автомобильных грузовых перевозок за аналогичный период 2016 года. Мы планируем более 1 миллиона смарт-контрактов, здесь тоже опечатка, и за 6 месяцев заработать более 500 миллионов рублей. Наша система преимущества – это прозрачность. Все данные неизменны, записаны в блокчейн. Каждый участник системы видит все изменения. Собственных средств мы инвестировали больше 10 миллионов рублей в исследования и разработку технологий, применяемой в нашей системе. Технология прошла тестовые этапы, готова к реализации. Возможно исполнение ее в виде смарт-контрактов, либо на технологии блокчейн с применением мобильного приложения, либо веб-приложения. Мы предлагаем инвесторам принять участие в нашем проекте на условиях $800 тысяч, 20%. Наша команда, наш институт. Спасибо. О! Отлично выступил. Благодарю тебя. Так. Ну что, вы не устали еще, друзья? Не устали, нет? Ну, слава богу. Это приятно радует, потому что мы вот находимся в такой динамике, вы не заметите, когда 35 минут вы посмотрите, всего лишь на всего 10 стартапов, это 10-й стартап, прикиньте, всего-то 35 минут. Welcome, Антон Редько. Добрый вечер. Меня зовут Антон Редько, я основатель компании MAST. MAST – это стандарт для покупки, продажи и оценки коммерческой техники с пробегом. Небольшое видео по поводу того, как мы презентовали эту историю. Здравствуйте. Мы находимся в выставочном центре Крокус Экспо на международной выставке Комтранс 2017, где мы успешно презентовали наш продукт интернет-сервис MAST для покупки, продажи и оценки коммерческой техники с пробегом без посредников и переплат. И давайте посмотрим, как это было. We'll be right back.
Итак, MAST — это стандарт для оценки покупки, продажи и проверки коммерческой техники. Мы предлагаем изменить правила игры на этом рынке и предлагаем принять следующие правила. Покупать только проверенную технику, использовать только открытые модели ценообразования и побольше сделок без посредников и переплат. На рынке есть большая проблема, очень сложно найти нормальную, хорошую, качественную коммерческую технику за приемлемые деньги, на то есть масса причин. В объявлениях много обмана, ценовые ожидания покупателей и продавцов, они отличаются очень сильно друг от друга, и большое количество посредников. Мы предлагаем с помощью наших решений детальную инспекцию каждого транспортного средства, которое продается на рынок, быструю его оценку и продажу, в том числе с помощью аукционной модели. Наше отличие от конкурентов в том, что мы предлагаем исчерпывающее описание любого транспортного средства, которое попадает в систему, и детальный его осмотр, в том числе представление дефектов. Для этого мы разработали специальное мобильное приложение, которое включает в себя уникальный стандарт осмотра коммерческой техники. И с помощью этого мобильного приложения мы создали биржу, по сути, по аналогии с Яндекс.Такси. Теперь каждый человек может заказать осмотр любого объявления во вторую Авито, в Дроме и в любой площадке. И мы это охотно сделаем. Значит, объем рынка более 1 миллиарда, мы собираемся занять его до конца 2019 года. Прошли интересный путь с начала 2015 года до нынешнего момента, и сейчас мы запустили услугу проверки объявлений для указанных площадок, второго Авито, Дром. Мы начали делать первые продажи, тестируем различные бизнес-модели на текущий момент. Значит, у нас большая и опытная команда, мы с 2006 года в рынке, и первый миллиард оборота мы сделали в 2012 году. Значит, у нас есть партнеры Тоскания и Мерседес на сегодняшний день, а также другие производители коммерческого транспорта. Мы вложили собственных средств 4 миллиона долларов на сегодняшний день и привлекаем 2 миллиона. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Круто. Спасибо тебе. Итак, друзья, вы посмотрели 10, на наш взгляд, интересных, уникальных стартапов. Я надеюсь, вот кто-то что-то себе записал. Вижу, здесь девушка вообще прям... прям под копирку, прям записывает, думаю, кому-то очень сильно повезло. Друзья, я хочу пригласить на эту сцену замечательную девушку. Зовут ее Виктория Тарасова. Вика, иди к нам. Ваши аплодисменты. Знаете, это, как сказать, у нас не было запланировано, точнее, у нас был запланирован ее промо-ролик. Но из-за того, что у нас были технические баги сегодня, просто вот тот, кто монтировал, забыл вставить ее ролик. Это замечательная девушка, не просто девушка. Это девушка патентный поверенный. Патентный поверенный. И она регистрирует нам, нашей организации, всевозможные торговые марки, авторские права и все остальное. Вика, пожалуйста, от души скажи, чем ты занимаешься? Очень приятно всех здесь видеть, очень много людей. Хотелось бы всем стартапам пожелать... Ребята, цените свои авторские права, потому что Иван тоже начинал именно не с объектов промышленной собственности, а именно с авторских прав. Иногда авторское право является тем кирпичиком и тем цементом, на котором строятся дома. Цените каждый фрагмент вашего труда интеллектуального. И всем желаю удачи здесь получить все, что вы хотите. Спасибо тебе, Вик. А я отдельно скажу, что... то, почему мы смогли... масштабировать франшизу, виновата, собственно, ли она. То есть это наши авторские права, и на шоу оно, в общем-то, лицензировано. Движемся дальше. О, можно потише экран. Теперь есть свет. Самое интересное, друзья, начинается. Вот битва сейчас начнется. Ну что, дорогие друзья-инвесторы, начнем с Николая Крайнова. Друзья, у инвесторов очень простая задача. Они будут сейчас называть стартапы, которые им понравились. У нас всего один стартап. Один. И этот стартап будет выходить на сцену. И тот стартап, за которого... Только один можно называть? Ну, ты только один можешь называть, да. Не все подряд, только один. Один стартап, и они по очереди выходят на сцену. Тот стартап... на ком больше пересчется интересов, ну и тот, возможно, кому больше дадут денег, тот, в общем-то, станет нашим победителем по не всего версии всего стартап-шоу, а именно по версии нашей битвы за стартап среди инвесторов. Итак, Николай Крайнов. Ну, господа, на самом деле достаточно много было интересных стартапов. Некоторые, правда, были не очень.
Но если... Один. Мне всего один. Но я тогда то, что ближе к телу. Comrend. Comrend, поднимайся на сцену. Comrend, comme. Передай микрофон дальше. Много интересных, но два понравилось особенно. Это P2P и карма. И я приглашу скорее психию. Да, психию. Сейчас мы пригласим. Сада, просто в том, что тут вопрос не в том, что вы пригласите. Вам нужно будет сказать, как бы, что вы им готовы предложить. Вот, Николай, сколько ты готов инвестировать вот в этот замечательный стартап? Николай. Ну, там, старт. Ну, вообще, я хотел это обсудить я понимаю. За кулисами. Ну, вот я знаю, что Саша Кабрумянцев, он стартует с 3 миллионов. Это минимум. Ну, ну ты тоже минус. А несколько таких фишек можно, а стопочку вы можно? Вы можете кооперироваться, на самом деле. А даже без кооперации стопочку можно? Ну, то есть 3. Значит, окей, принято. Минимальная ставка 3 миллиона. 3 миллиона, да. Ты принимаешь такую ставку? Я за кулисами буду разговаривать. Ну, значит, да. 3 миллиона раз. У меня в кармане там их... Окей, держишь дальше. В среднем чек наш порядка 5 миллионов рублей. Так. Но, конечно, нужно разбираться и говорить отдельно. И какой стартап приглашаем на сцену? Психия. Психия на сцену. Дальше. А, без вопроса-ответа очень сложно сделать оценку. То есть, безусловно. То есть это какая-то очень такая спонтанная покупка. Мы, с нашей точки зрения, должна сейчас произойти. Мы представим себе, что у них вот все идеально. И документы, не, не, не. И статистики. Так не бывает. Да мы знаем об этом, но тем не менее. А, ну, на самом деле я присоединюсь к коллеге. Мне понравился проект «Психея» и второй проект «Карма». А, я на самом деле... Да, ну, то есть я даже успел отбежать с ними, задать те самые вопросы, которые вы мне не давали задать здесь. Вот, поэтому я позову «Карму», хотя им не нужны наши деньги, как мы понимаем. «Карма» на сцену. Вот. Я думаю, у них есть шанс собрать все свои максимальные суммы, там, до 10 миллионов долларов на международном рынке у людей, у которых процентная ставка 1%. Ну, по... Понятно. Итак, раз. Александр Румянцев. Да, Иван. Да. Я вначале хотел отметить высочайший уровень мероприятия. И проектов, что самое главное. Вот мы с коллегами сидели, я говорю, самое главное проекты, чтобы были отличные. И действительно, проекты прям вообще... Мы best. Стараемся. Ты видишь, best. Да, сколько перелопатило? Best. Да. Я готов 2 проинвестировать. Вот из тех, которые сегодня видел, да. Это мне понравился проект, связанный с видео, который архивы за 20 лет. Лап, который... Но уже там, по-моему, Алексей поучаствовал в этом проекте, я чувствую. Он был в челлендж-туре у нас. Да, очень классный проект. Так в итоге один какой-то выбираешь? А, да, я вот готов с этим проектом встречаться и обсуждать. Поднимайся. Чек у меня до 3 миллионов рублей. И второй психа, но я не думаю, что мы с ним найдем общие точки соприкосновения. А так, конечно, проект классный. Окей, дальше. Аркадий Сандлер. Серийный инвестор, он так просит. Нет, серийный предприниматель, прошу прощения. Да, Аркадий, так? Да, ты обычно меня так представляешь. Это, да, правда. Ну, я решил... У меня, слушайте, у меня, как всегда, что-то выпадает из системы, то, что я хочу предложить. Значит, есть 3 проекта, с которыми я хочу поговорить про технику, довольно глубоко разобраться с тем, что там внутри, под капотом. Если мне понравится то, что там под капотом, каждому из них я предложу 500 000 рублей за пилот, без всякой доли, чтобы они сделали... на данных, которые я им дам, что что-то. И если то, что понравится, если результаты пилота понравятся, то тогда можно будет говорить уже про хороший объем инвестиций. Самый скрытный, не про 3 миллиона рублей. Самый скрытный. Можно я назову проекты? Давай. Психея, видеосемантика и Заяц. Ну, прекрасно. Все. Так, иди еще Заяц наш. Шутка. Заяц. Сейчас еще один поднимется. Просто те, на ком пересекаются, сейчас так шаг вперед раз. То есть с учетом в том, что вы все уже нашли себе инвестора, да, вот обратите внимание. То есть интерес есть к вам. Welcome. Так, ну и давайте вы. Вы новичок в наших рядах, поэтому представьтесь. Да, спасибо. Да, меня зовут Артем Кумпель, еще раз, управляющий фонда Север Групп. Я, наверное, проголосую за то, что ближе к нам, как к фонду, за Comrend. За кого? Comrend. Comrend? А, это ж ты. Мне так мало заметно.
понятно. Ну, тогда что? Проголосовать-то мало. Сколько денег даем-то? От. От. Хороший вопрос. Я думаю, мы также с коллегой решим отдельно. Ну, понятно. Но я так понимаю, что хоумрент и семантика, да, самые такие сейчас больше чаще встречали, поэтому шаг вперед, дорогие друзья. Хоумрент, семантика. Психия. А, психия, прошу прощения. Вот, да-да-да, прошу прощения. Психия. Поэтому, друзья, ну вот, самые наши интересные стартапы. Для них наш подарок – это общение, в общем-то, с инвесторами напрямую. Вы можете сказать, что нашли себе, кого хотели. Вам вообще деньги нужны, говорят, ну там сильные ребята инвестируют. Друзья, кто из зала хочет инвестировать в эти стартапы, присоединиться вот к этим инвесторам? Есть кто-нибудь? А можно света дать чуть побольше, я посмотрю? А то я не вижу рук. О, вот я вижу, вот я вижу. Вас вижу, вас вижу. Вот вижу. Кто еще хотел бы инвестировать в стартапы? Вот вижу. Ну класс, понимаете, да? Все, гасим свет. Друзья, разбирайте инвесторов, собственно говоря. Welcome. Мы продолжаем шоу. И теперь супергость, Алексей Морей. Теперь его выбор. Леш, ну ты увидел, так сказать, выбор инвесторов, собственно говоря. А что это означает? А это означает твоя битва. Приглашаю тебя на сцену. А кто ушел с микрофоном? Сейчас, вот. А? Мне что надо? Ну, тебе нужно, так сказать, желательно назвать три стартапа, которые тебе наиболее понравились. Мы выберем третье место, второе место и первое. И что мы сможем предложить сейчас? Я буду подсматривать, да. Можно? Я записывался. Ну, на самом деле я не буду очень... Я не буду очень оригинален, стоит признать. Поэтому на третье место я поставил, и кто-то назвал зайцем, но, по-моему, это была автоматизация колл-центров через бота, команда Ziax. Да, это они, я их зайцем назвал. Зайцы, да, кто-то вот Ziax, поднимайся к нам. Третье место. Итак, третье место у нас получит. Вот, да, ну сейчас. Ziax, да, мы ждем Ziax. Сейчас, подожди, ну, подожди, там Ziax уже... продался кому-то, похоже. Да, 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 да. Пошли ребята из Связьбанка его покупать. Ну. Так, на второе место я поставил, действительно, вот Александр был прав, ребята из видеосемантики, спецлаб. Видеосемантика. Второе место. Сейчас, подожди. Да, подожди. Ну, сейчас звезда, да. Наша звезда, заходи на сцену, да. Вот, ну и... Семантика. Поднимайся на сцену. Так, да, семантика можно подниматься, можно, да, семантики подниматься, да. И самое интересное, первое место. Сейчас мы чуть позже расскажем, что они еще получат, и вручит им эти призы Дарья Мартыненко. Сейчас будет, да, полное. Вот, и ну, первое место? Да, ну и на первое место я позвал Олега из Пике. Олег. Поздравляю. Ну а теперь... Спасибо, ребят. Даш, поднимайся к нам. Вот звезды. Да, звезды на сцену, да, так сказать. Друзья, мы создали, вы не представляете, что. Мы создали стартап завтра, маленькая такая премия. И мы ежемесячно будем награждать стартапы, третье которые место. Прошли челлендж. Третье тур. Да, прошли третье, отбор. Третье место. Мои поздравления. Благодарю. Приходите к нам, обязательно потестим ваше решение, потому что нам, по крайней мере, точно это очень интересно. Как минимум. Так, второе место. Так, ну вы уже, я так понимаю, что вы уже к нам пришли, правильно? Вам надо 4 миллиона рублей, чтобы это... А кому надо дать-то 4 миллиона рублей? Дать нам внутри надо кому-то, да? А, надо дать вам, чтобы нас внедрили, да? Ну, я 4 миллиона не могу, но я визитку дам. Она иногда стоит дороже 4 миллионов рублей, стоит признать. Это точно. Вот, поэтому напишите, пожалуйста, да. Так, да, ну и первое место. Мои поздравления. Ура. Да, первое место, Олег, честно признаюсь, денег, как бы, денег не стоит. Вот, да, сейчас мы мячи тоже раздадим, но я предлагаю свое менторство. Люди говорят, оно тоже стоит денег. Вот, поэтому, ну, деньгами не беру, но выбираю проекты, которые мне нравятся. Поэтому, если интересно, приходите. О, ваши аплодисменты. Я хочу пригласить... Так, да. Ну и что? Да, у нас теперь, так сказать, еще... Мне кажется, что надо еще всех остальных позвать, да, участников, если можно. И все остальные участники, поднимайтесь, мы сейчас будем вам тоже дарить призы. Да, у нас тоже есть сюрпризы, да, поэтому, пожалуйста. Все стартапы на сцену. Ура.
И вот те самые футбольные мячи, мы же все-таки спонсор чемпионата мира по футболу, который пойдет в следующем году. Ура! Ура! Это Альфа-банк. Так, да. Так, кто еще мячик не получил? Мячик, мячик. Так, и еще мячик, вот. Прекрасно. Ну, что-то, мне кажется, мячей больше, чем участников. Нет, потому что участники долго шли. Так, где еще? Еще, да, да, грузи мячи. Алексей, я думаю, что у них нужно обязательно твой автограф поставить. Там, мне кажется, стоит чей-то автограф, нет? Там стоит автограф Адидаса, я знаю. Адидас там отметился, причем так плотно. Так. И еще сертификат участника. Держите. Еще есть, кстати, а есть еще? Нет? Еще мне кажется, мячи получили все. Давай передам. Всем участникам, кто еще не получил. Держите. Так. И еще два. Да? Да? Так, еще кому? Так, а вон там еще участники идут, да. У нас, да. Еще мячи, а у нас есть еще мячи. Держите, прекрасно. Вот там сертификат. Можно я приглашу вас на сцену? Ольга. Ольга, вы не представляете, это восхитительная девушка, которая помогала от лица Альфа-банка, и вот Яна, где еще Яна? Еще Ольга. У нас тут... Да, давай, Яна, иди сюда, вот. Иди сюда. Будем тебя аплодировать. Закончили аплодировать. Вот, ребят, вот эта команда, еще Татьяна Архипова где-то находится. Таня, ты где? Где-то здесь среди нас еще Таня есть. Вот эта команда и еще люди, которые находятся в разных регионах нашей страны, помогали нам организовывать данное стартап-шоу. Слушайте, ну, всем огромное, на самом деле, спасибо, то, что стартапы вытерпели тот натиск мата-перемата, который сегодня стоял на репетиции, собственно говоря. За это слова Александру Румянцеву вам в благодарность. То, что вы круто все выступили. Спасибо отдельно Алексею Морозову, то, что 5 месяцев назад выбрал пятницу 13-е. Я, кстати, да, выбрал пятницу, как не задумывался о том, что потом пошли те самые ужастики, да. Спасибо большое девочкам из Альфа-банка, Татьяна Архипова, поднимайся к нам тоже. Вот. Вот наша такая дружная команда сегодня образовалась, друзья. И вот все мы работали, все мы старались. Шоу подошло к концу само по себе. Я надеюсь, вам понравилось, но... Вы можете продолжать здесь общаться, коммуницировать, и в 11 часов еще три мяча мы разыграть должны? Вот, давай, сейчас мы разыграем три мяча, оказывается. А я, знаешь, такой, и всем спасибо, до свидания называется. Так, дорогие друзья, Альфа-банк разыгрывает три мяча, красава, мяч, и хочу пригласить на сцену счастливчика, кто может вытянуть счастливой рукой визитку и... озвучить победителя. Да, три мяча. Кто готов? У кого самая счастливая рука в этом зале? Прошу. Анечка, ну что? Так, где наши визиточки, девочки? Да. Итак, барабанная дробь. Это импровизация, на самом деле, полная импровизация. Это придумали на ходу. Ты только, Аня, помешай хорошо, тщательно. Да, у нас импровизация, но чтобы прям осчастливить. Итак. Профессиональное общество директоров, директориум. Так, переверни. Максим Перфильев. Максим Перфильев. Максим. Ждем вас на сцене. Так, Максиму мы передадим. Красава, мяч. Давай следующий. Мы Максима, да, зафиксировали, помним. Абрамов Игорь Владимирович, руководитель отдела Комимпекс. Правильно? Игорь, прошу на сцену. Игорь. Ну, видимо... Вот Игорь. Максим пришел, значит, скоро подойдет к нам Игорь. Аплодисменты, друзья. Так, Игоря у нас нет, но... Игорь подошел, ура! Я хочу сказать, что Игорь наш клиент, наш последователь всех наших мероприятий, наш ответственный студент. Игорь уже выиграл второй мяч, потому что первый он получил как студент летней школы клуба клиентов для предпринимателей Альфа-банка. У него уже два мяча. Круто. Мне подарок сказала. Вот это да. И третий. Счастливчик. Давай, счастливчик. Все такие сложные.
Девушка, ура! Алена... Свиридова? Масияк, если я не ошибаюсь, актив Майс. Есть такая у нас девушка? Алена, мы ждем вас. Замечательная Алена Масияк. Ален, ждем вас. Если что, адрес метро Таганская. А, у нас есть адрес метро. Мы передадим. Передадим мяч Алене, да. Дорогие друзья. Даш, подожди, еще не все оказывается. Я хочу дать микрофон. Дай секундочку, микрофон. Ольге, Оль, держи тебе микрофон. Пожалуйста. Да. А, мы хотели бы пригласить сюда особенно победителя стартап-шоу. Выйдите, пожалуйста, пару шагов вперед. А, и мы хотели сказать, что у вас в руках оказался удивительный сертификат. Вот этот красный. Вероятно, вы не осознали пока всю еще ценность. Это год бесплатного обслуживания в Альфа-банке. Со всеми бонусами, привилегиями. У вас экстра привилегии в виде менторства Алексея Морея. Но мы поздравляем вас. Год бесплатного обслуживания. Мы познакомим вас с вашим персональным менеджером. Как только мы спустимся с этой сцены, добро пожаловать в Альфа-банк. Ура! А еще Альфа-банк является победителем конкурса, правильно? Лучший сервис для стартапов? Правильно? Стартап-сервисов? Правильно, Иван, правильно. Правильно, вот. Поэтому все стартапы теперь прямиком идут в Альфа-банк. Да. Друзья, большое спасибо, что пришли, собственно. Алексей, тебе огромное спасибо. Оля, девочки. Ребят, всем спасибо. Друзья, стартап-шоу потихонечку подходит к своему завершению. Мы в 11 часов будем перемещаться вот в тот, вот в другое там помещение малое. Вот, здесь будут все выбирать, готовиться к следующему мероприятию. Поэтому пока ужинаем, кушаем, а в 11 начнется такой уже более бодрый нетворкинг. Все. Всем спасибо, друзья. До встречи на следующем стартап-шоу в ноябре. Set it up, I suggest you go. Set it up, I suggest you go. Set it up.